Папа, немедленно повесь Робин Гуда! Папа, не вешай Робин Гуда! Повесь! Не вешай! Повесь! Не вешай! Повесь! Повесь! Вон отсюда, девчонки сумасшедшие! Звали меня? Да, то есть нет. То есть да. Садитесь, берите бумагу и пишите письмо к королю. Ваша милость, к королю. Что у вас за манера переспрашивать слова? Ну да, королю. Пусть знает король, что шерифу Ноттингамскому не нужно помощи для поимки разбойников. Мы умеем ловить их и без помощи королевских рыц. Фу, как разозлили меня эти девчонки. Ну, что вы там написали? Всемилостивейший мой король Ричард, фу, как разозлили меня эти девчонки. Вздор! Берите другой лист. Всемилостивейший мой король Ричард. Право, можно подумать, что вы формировали. Да, так, знаете, вчера в Шервудском лесу, позвольте, простите, сначала... Всемилостивейший мой король Ричард, право, можно подумать, что вы форменный болван. Идиот! Господин шериф, вы сказали не идиот, а болван. Да вы идиот! А я так и написал, вы идиот. Да нет, вы, не я, а вы форменный идиот. Вот вы, вот мой секретарь, идиот. Ваша милость, я ведь так и напишу, мой секретарь идиот. К черту!